Рад видеть. Что предложишь? Спасибо, что... Еще... До встречи! Fyrir því að trækseira hann sem væri пока.
нужно найти братьев. Они могли видеть Кёлберта. Ты видел Кёлберта? Нет, но мы видели, как Леофрид спешил за реку. Он за кем-то гнался. Думаю, за Кёлбертом. Больше по такой перечисли не гоняться. Спасибо.
прошу, не надо этого делать. Леофрид, отпусти его, это приказ. Приказывает король. Аданов ждет. Это... Брось меч, Леофрид. Тебе не за что сражаться. Рептон уже наш. Остался только ты. Я не сдамся вам. Значит, ты умрешь. Или ты. Ты проиграл, Леофрид. Даже если возьмешь верх себя на Рагнарсон и победили. Я не раз сражался с данными. Таких, как ты. И я умру, но не сдамся. Ты пожалеешь об этом. Как, нравится? Еще нет! Сражайся, тварь! Ты будешь страдать! Прошу, не надо этого... Приблизи. Ты проиграл, Леофрид. Даже если возьмешь верх сейчас, Рагнарсон не победит. Я не раз сражался с тобой. Ты еще жив. Ты
Агент! От таких, как ты. И я умру, но не сдамся. Получай! Сражайся, тварь! Прошу, прибрось. Проиграл, Лешит. Даже если возьмешь меня, Андерсон и победитель. Я не раз сражался с нами. Ты еще жив. Защищай Мерсию от таких, как ты! И я умру, но не сдамся! Ты будешь страдать! Нет! Сражайся, тварь! Давай! Убей меня! Ни слова твоему богу, королю! Я клялся служить Бургриду до конца. Сражался и проиграл. Конец тут лишь один. Вот благородный воин бесчестного вождя. Бургрид бросил его и предал. На месте Леофрита я хотел бы об этом знать. Чему лишать воина славы? Он готов предстать перед своим богом и принять хвалу. Жизнь принесет ему лишь позор. Он отказался бы от клятвы, если бы знал. Решай. Правда или слава?
Встань, Леофрид. Сегодня ты не погибнешь. Что? Бургрид не разделяет твоей верности. Он отрекся от престола и бежал в Рим. Бросил тебя. Ты лжешь. Когда ты в шаге от гибели? Зачем мне это? Он спасся сам и оставил тебя. Тебе не за что бороться. Не за кого. Предать доверие человека, столь близкого, это бесчестье, достойное тысячи смертей. Эйвор, ты решил сохранить мне жизнь. И я хочу отплатить тебе тем же. В Венонии стоит статуя с небольшим сосудом. Там свиток. Сожги его. Свиток? На нем твое имя. По приказу Бургрида. Ревнители, что прочтут его, пойдут по твоему следу. Кто это? Неважно. Просто поторопись. Сожги этот свиток, или они настигнут тебя. А куда пойдешь ты? В Рим. Идем, пора возвращаться. Осторожно, ты ранен? Все в порядке, правда? Пара царапин, только и всего. Раны не глубокие. Тебе повезло. Эйвор, я бился изо всех сил. А он играл со мной. Знал, что я ему не ровня. Нужно было прятаться, Келберт. Это был не твой бой. Нет. Наш. Твой. Мой. Моего отца. Я должен был помочь. И помог. Доказал свою храбрость. Отвагу. Ты стал мужчиной. Знаешь, не думал, что ты пощадишь Леофрида. Обманутого убивать бесчестно. Он думал, что его король погибнет в бою за Мерсию. Но теперь знает правду. И правда освещает его новый путь. Ты в нем не ошибся, Келберт. Как и в том, что все мы отличаемся не так сильно, как порой кажется. Смотри-ка, ты отличился в бою. Такой храбрец может стать вождем целого клана. Королем Мерсии, брат, никак не меньше. Однажды. Мой отец уже принял свое новое бремя. Посмотри сам. Теперь ты Одлинг, или по-вашему Этелинг, наследник престола. Будь его достоин. Здесь нужна рассудительность. Думай, кому доверять. Сын мой, скажи, ты цел? Да, отец. Все хорошо. Он вел себя достойно. Храбро дрался со многими врагами. Примите мою благодарность. Спасибо вам. И что теперь? Скоро все услышат об отречении Бургрида. И другие королевства Англии узнают, что в Мерсии новый король. Но им не придется по нраву то, как ты пришел к власти. Как и многим моим подданным, выжившие воины Бургрида будут бороться с нами по всей Мерсии. С этим мы скоро разберемся. Я поскочу прямо в Оксенфордшир, чтобы заключить союз с местными тенами. Тебе нужна помощь? Пока еще рано. Лучше задержись здесь. Помоги нашим друзьям. Я скоро призову тебя. Сигурд, я предпочел бы обезопасить Келберта, пока в Мерсии беспорядки. Он может пожить в твоем клане? У тебя есть лошадь, юный Этелинг? Да, есть. Молодой скакун, Теобальд. Хорошо. Я провожу тебя до реки Нин.
Оттуда ты доберешься сам. Спасибо, Сигурд. Так мне спокойнее. Жди моего зова, Эйвор. Готовься. Вы с Сигурдом молодцы. Будущее Англии в руках нашего народа. Держи, брат Волка, в знак нашей дружбы. Братья Рагнарсоны придут по твоему зову. Спасибо за честь, Уба. Видишь, хитрец хочет охмурить тебя. Ничего, я тоже могу. И тебе спасибо, Ивар. Пожалуйста. Хорошо, что мы с тобой подружились. И с юным храбрецом Келбертом. Рад это слышать. Так. Леофрид сказал, что за мной охотятся. Ревнители. Нужно вычеркнуть свое имя из списка. Отправлюсь в Винонии. Похоже, сам ветер зовет меня к Рандви. Сообщу ей добрые вести. Шай. А, я рад, что ты добрался, Келберт. Спасибо Сигурду. Он хороший проводник и собеседник. Рассказал мне пару историй. Лучшие были о тебе. Неловких подробностей в них не было? Нет, но были камни. Эйвор, не хочу перебивать, но что с Ледочестером? Союз заключен. Сыновья Рагнара теперь наши друзья. Рада слышать. Вы оба молодцы. Вы не так Некогда ярлом называли того, кто подчинялся лишь королю. Теперь все иначе. Так зовут вождей, старейшины, просто людей с деньгами и властью. Мир меняется, становится больше. Он разделился на множество частей. Думаю, наш язык должен измениться. Ха, интересная мысль.
Калберт, ты здесь, чтобы учиться, а не учить. Тогда давай ты, Эйвор, поведай, скажем, о наших последних приобретениях. Клан жаждет знать. Мне что, произнести речь? Так. Услышьте же, друзья, мой сказ о трудах и победах. С того дня, как мы прибыли сюда, я многое повидал в этом новом краю. И в скитаниях своих заключил я немало крепких союзов. Келвульф, король Мерсии, стал нашим другом. На юге Ярл Скона Сомы и Даны Грентебриджа поклялись нам вечной верности. Мои с Сигурдом труды укрепили наши связи с... Послушать тебя, так ты ровня Сигурду. Интересно, что бы он сам тебе на это сказал? Сигурд знает, чего я добился, и хвастал бы этим красочнее моего. Но это не умаляет ваших заслуг. Ведь меня окружают храбрейшие и сильнейшие воины. Давайте выпьем. За Сигурда, да вернется он поскорее. За клан Ворона, верных и храбрых друзей. За Сигурда! За Сигурда! Да избавит он нас от тебя! И да будет ваш эль столь же хмельным, как у Дага. Сколь! Сколь! Ты думаешь, я пьян, Эйвор? Что, правда, глаза колет? Да, слова твои грубы. Но это говорит эль. О, мой разум не затуманен. И я вижу, как ты мечтаешь присвоить славу Сигурда. Славы в мире хватит всем, кто сможет себя проявить. И я знаю, сколько ее причитается мне. Ну, конечно. Ты... Враги наступают от реки, вроде Даны. Даны? Сколько их? Слишком много. Скорей, бой уже идет. Мерзавцы! Чем мы не угодили Данам? Кто может сражаться вперед? Прочие, ждите здесь! Со мной! Мало. Нужно вычеркнуть свое имя из списка ревнителей в Венонии, или начнется охота. Yeah!
Мы всех перебили? На реке чисто. Если и был кто еще, то решил не лезть. Из Гёталанда, судя по расцветке и узорам. Но зачем они здесь, мы так и не узнаем, раз нет выживших. Один есть! Этот червяк полз к реке. Хотел уплыть от нас подальше. Пощади меня, прошу. Я тебе еще пригожусь. Хочешь жить, ответишь на мои вопросы. Откуда вы здесь взялись и зачем напали на нас? Мы осели в Восточной Англии. Приплыли недавно. Искали добычи. Что-то вы с курса сбились. Тут Мерсия. Я знаю. У нас был приказ. Чей же? Так я и сказал. Пес ты бестолковый. В собственном заду серебро ищешь. Убить его! Отмолчишься, будет хуже, Гёт. Спрошу еще раз. Кто вас послал? Сам ветер. А воды рек унесут нас домой. Да он просит смерти. Уважим гостя. Или отпустим домой. Пусть поведает своим, что их ждет, если решат сунуться к нам опять. Иди и не возвращайся. Благодарю. Ты не помилован. Твоя смерть лишь отсрочена. Расскажи тем, кто послал тебя, что здесь их ждет одна погибель. О, я расскажу им все. Пусть за ним кто-нибудь проследит. Мы найдем... Его нельзя было щадить. Все бы решили, что мы просто трусы. Другого выхода не было. Мы могли пойти за ним что-то выяснить, но теперь уже поздно. Сигурд поступил бы на моем месте так же. Мне этого достаточно. Сигурда здесь сейчас нет. Только я. Если вновь перейдешь мне дорогу, он об этом узнает. Я вижу тебя насквозь. Имею в виду. Не обращай внимания. Лает он громко, но не кусается. Нужно убрать тела, а после поговорим. Письмо. Рейвенсторп. Островок спокойствия. Но мое видение все еще не дает мне покоя. Хорошо бы отдохнуть под деревом. Раньше меня это всегда успокаивало. Они везут с ними на пиры и сами строят себе дом. Какие щедрые гости. Здравствуй. Келберт, все в порядке? Да, но... Я хотел бы тоже принять брошенный нам вызов, а не прятаться в длинном доме. Ты находился именно там, где должен был. Защищал людей и себя. Знаю.
Я просто... Наших сил было достаточно. И твой отец помянул бы меня недобрым словом, если бы с тобой что-то случилось. Да. Но я не хочу оставаться в тени отца, пока я тут. Мне нужно учиться, а не только смотреть. Не сомневаюсь. До встречи. Посмотрим на карту союзов. Хайсом просил меня отправиться в Люнден. Что ты знаешь о нем? Хальфдан Рагнарсон когда-то пытался захватить этот город. Но Люнден никому не покоряется. Хайсом говорит, город под властью странного ордена. Ордена древних. Он просил найти и убить этих людей. Так мы поможем жителям Люндена и, возможно, обретем союзника. В таком неспокойном месте стоит попробовать. Начни у северных ворот и расспроси местных. Ладно. Что же, буду ждать вестей. Не волнуйся, Эйвор. Поселение в надежных руках.